А в области декольте тоже не больно? Ну, просто чувствуешь вкус, да, и все. Ну, смотря кто как, ну, в общем-то, тоже. Вот это болезненная зона всегда. Угу. Ну и там вы не всем, да, обезболиваете? М? И там не всем обезболиваете. Да. Там тоже. Ради красоты надо терпеть. Нечего капать на нервы врачу. Пришла, терпи, правда? Если все так рассуждают. Ой, я, например, боюсь вообще панических уколов. Ну, мало ли, я тоже боюсь и терплю.